Сейчас на льду появится Линда Нигматуллина. Многие думают, что она жена другого нашего участника, Руслана Нигматуллина. Но на самом деле они друг другу не родственники, они друг другу актриса и вратарь. Это официальная версия, пока не завершится заказанный мной тест ДНК. Линда Нигматуллина и Руслан Гончаров. Мы в таком восторге находимся. Мы как бы репетировали танец, мы хотели показать какие-то линии, мы хотели показать Индию, если это Индия. Мы хотели сделать его современным. Но вот чтобы вот такой был резонанс, и чтобы вот такие были оценки, мы даже не планировали. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Встаем. Вот так было бы круто, только я тоже не могу встать, у меня на бочине синяк. Ну и пара. Все в синяках разбиты. Безусловно, мы настроены, что не бывает все очень гладко, не бывает все как бы как на взлете. То есть где-то придется, наверное, как-то быть, можно сказать, облитыми водой, потому что всегда в поисках какого-то нового творчества ты все равно где-то спотыкаешься. Эти 3 минуты, знали бы, чего нам всем это стоит, особенно девочкам, особенно непрофессионалам на катке. Это очень дорогого, серьезного стоит для нас. Пожалуйста, наклонись прям в лед, я умоляю тебя, это очень больно. Мне неприятно и обидно, что ты ржешь над тем, что мне все больно. Окей, мне не надо. Ты не путай меня ни с кем. Мне не надо это говорить. Ну, не надо так разговаривать. Когда ты не такая, как все, что... Мне больно. Какая я? Мне больно. Мы готовы к тому, что мы, конечно, идеально сделать, наверное, в 100% случаев не сможем, но к тому, что к поражению мы не готовы. Я готов заранее признаться, мне это понравится, как понравилось выступление казахской пары на танцполе. Линда Нигматуллина, Руслан Гончаров танцуют народный казахский танец. Ота на надам,
вечная дилемма. Рождение наследника, рождение сына – это всегда праздник у любого народа, в любой стране. Что важнее, мать или дитя для отца, так и не решено до самого конца. В принципе, история, рассказанная на льду, вполне понятная, но, с другой стороны, хочется отметить, очень выразительная, пластичная, гибкая Линда, но, к сожалению, нет толчка, нет той скорости, на которой этот танец надо было бы танцевать. Понимаю. Ну, еще раз, ладно. Да, обидно, но нормально. Ну, ладно, не расстраивайся. Бывает. Вы же не робот. Линда Нигматуллина, Руслан Гончаров, Казахстан. Оценки за технику. 5-9-6-0, 5-6, 5-9-6-0. Средний балл 5,88 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-6, 5-9, 5-9. Средний балл 5,84 балла. Общий балл 11,72 балла. Дима, давай начнем с тебя. По поводу этого выступления у нас возникли с вами, как всегда, некоторые споры и недопонимание того, что же происходило. Мы долго обсуждали. Куда делся ребенок? Что с этим ребенком было? Мы страшно переживали. Лежит в люльке. Он умер или живой? Нет, остался? Он живой. Он ждал, пока мама с папой катаются. Мама, конечно. А вот это мы не поняли. Вот мы и не поняли. Ломали голову на протяжении всего номера. Что же произошло? Поэтому я, например, позволил себе поставить 5-9, 5-9, хотя должен отметить очень трогательное исполнение. Ну а то, что касается сегодняшнего дня, я буду очень краток. Пускай сегодня был не самый веселый день, но я должен искренне признаться. Во время одного из номеров на глазах моих выступили слезы. Что? Меня сегодня действительно тронуло во время какого номера, выступление Дима? Елизаветы Арзамасовой и Максима Ставицкого. Татьяна Анатольевна, слово вам. Вы были очень хорошие на танцполе. И вот до этого Лайма меня спрашивала про вас. Я сказала, что они были потрясающие на танцполе. Но здесь еще предстоит очень большая работа. А главное – найти себя, не мельчить так. Считаю, что было не очень профессионально сработано. Вот и все. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Что случилось? Может быть, вы пересидели, и вот это длительное ожидание, оно просто вымотало вас? Я не понимаю, что произошло. Вот правда, я сидела сейчас, вот анализировала 3 минуты, я не могу понять, что произошло. Мы не споткнулись, мы не упали, лед хороший, мы все шаги сделали правильно. Почему мы упали, это загадка. Я знаю, что в детстве вы были невозможной хулиганкой. Вы поджигали классный журнал, дрались с одноклассниками, ну и всякое прочее. А здесь вы у нас такая нежная, добрая, где все? И когда произошли такие изменения в вас? Я думаю, что когда я родила ребеночка. Девочки, это такое прекрасное счастье быть матерью. И во все самые правильные, позитивные и добродетельные стороны меняется суть человеческая. Рожайте детей.